Юзернеймы, здравствуйте! Очередной новый день мы встречаем в нашей замечательной мастерской и решаем проблему велосипеда концепции SOSI. Самостоятельное облегчение собственным инструментом. В прошлый раз мы столкнулись вот с этой вот замечательной проблемой. У нас отхлебнула труба от подсидела. Произошло это потому, что здесь, как вы видите, фольга. Это, собственно, подсидел. Здесь у нас внешний батинг. Это место вообще никак не нагружено у нормальных людей, но у нас она оказалась перегружена, потому что мы приварили туда трубу. Ну и у стакана как бы потолще, и все держится, а здесь было слишком тонко. Это, кстати, то, почему рамы Sunday была такое, что даже трескались по стакану, а потом эта трещина шла на трубу. У нас вот Игорь Кузнецов так ломал раму, потому что у них очень тонкий стакан. Вообще тонкий стакан – это плохо. Короче, что мы придумали? Мы возьмем трубу, разрежем ее напополам и по половине приварим с каждой стороны. У нас подсидел, кстати, даже еще и выгнуло. Поэтому нам нужна не только толстая часть для того, чтобы приварить трубу переднего треугольника, но и для того, чтобы, в принципе, усилить очень сильно убитый подсидел. И я думаю, мы кинем еще перемычку от каретки на эту трубу, чтобы уж точно мы доехали на этом велосипеде до жести и смогли бы доказать, что велосипед на одной трубе – это имба ГГ ВП ГЛ Next. Все, ребят, мы начинаем. Короче, ты советуешь, значит, от сих до сих. Mm-hmm. Все, шлифанем это. Mm-hmm. Это ага. И это угу. И все. Yeah. И будет ага. Ого. И будет зашибись. Но без разбора велосипеда. Времени на разбор нет сегодня. Слушай, тут вообще как будто ничего и не было. Просто девственная труба, дядь. В общем, под сварочку все готово, но почти. Нужно вот как-то вот с этим островком тоже разобраться, с остатками прошлой концепции, потому что мы не сможем иначе нашу косыночку, усиляющую трубу, здесь подвести. И вот это дело нам тоже надо шлифануть, потому что, ну, это все не приварится, это все просто нахрен сразу отлетит. Трубки на подсидел не налезают, потому что нам их на батинг надо посадить, и поэтому нам их немножечко придется разжать. Естественно, с помощью подручного инструмента. Собственный инструмент, да, самостоятельное облегчение собственным инструментарием. По-моему, норм. Но перебор там не страшно, там не обязательно тютелька в тютельку, все. Со 2 по 4 апреля в Москве проходит выставка «Велокульт». Мне очень понравилось общение с организаторами. Я буду на этой выставке лично со 2 по 4 апреля. Привезу свое железо, привезу велосипеды, привезу себя. И мы сможем с вами пообщаться, посмотреть на железо, если вы его не видели. Скидочка от меня по промокоду 50% по ссылке в описании. Обязательно заходите. Геометрия немножко поменялась. Слушай, да норм вообще. Он чувствуется прям как должен. Это как бы, ну, в два раза меньше работы. Ну, трубу не надо. Вот это вот вообще профессионально, я считаю, вполне. Стапель, хуапель, блядь. И минус 400 грамм. Но у него есть амортизация, да, Кеш? Его просто надёрка сильная, я привык, что у меня
не одинаковые. Парни, не делал бани вип уже 2 года. Все, это все облегченный велосипед. Да, на нем очень легко. Tricky driver. Ouch. Йоу. Хыщ, а теперь перемещаемся в жесть. Ну что ж, мы в жести. Вокруг нас толпа желающих прокатиться на проекте Соси. Как видите, никого. На самом деле, полтора человека уже заценили этот велосипед. Я уже сделал тейлвип, все работает. Сейчас мы найдем смельчаков и поделаем трюки. Серега уже сказал, что, скорее всего, он ёкнет, когда мы будем делать дизастеры. И мы это проверим в конце сегодняшней программы. Поэтому не проматывайте ролик до конца. Если вы считаете, что он ёкнет от дизастера, ставьте лайк прямо сейчас, а мы поехали проверять. Барспин и трёху вскат. Ничего не сломалось, все как новенькое. Геометрия никуда не ушла. Мне кажется, это The Real прорыв, который так ждала наша страна. Ему пока что все нипочем. На Ноусмену, говорят, заходит изумительно, но просто не прикатались к нему чуть-чуть. Не прикатались, все-таки Ноусмену это баланс, нужно время. Все все понимают, поэтому продолжаем катать в обычном режиме. В общем, цель тейлвип. Вращается по-другому, не как обычный велик. Звезда с моей стороны. Мне надо ЛХД, а я на РХД. Когда звезда не с той стороны, это очень неприятно. Нет, не повезло. Да что такое? Надо Леху Мальцева заманить пару стритерских трюков сделать. Приветствую. Труба закаленная, гексокосынка и усиление а-ля школьник Кама. Растопка. 20-66. Самое страшное на таких великах делать трюки в дроп. Но я человек отважный. Вот дроп. Сейчас я что-нибудь сделаю. В прошлый раз подобный велосипед сдох, когда я делал ванейти в дроп. Поэтому пока он признаков смерти не подает. А потом трючок в квотере. О, норм было, норм. По-прежнему все на месте. Никаких следов. При том, что мои фейлы, они же как бы, ну, топорненькие. А значит, и нагрузка идет. Значит, тестируется все по-взрослому. Пора сделать какие-то серьезные трюки в парке. Для этого нам понадобится Тимур Селезнев. Тимур! Это, какие шансы, что я на нем разложусь? Слушай, давай осмотрим. Если нет трещин, и ты не будешь делать флэр на дизастер, то я думаю, шансы нулевые. По крайней мере, я делал корявые тейлвипы, трехи в скат, мэнолы, ну ты видел этот ужасный тейлпресс, пятеро в квотере, в общем, пока держит. Пружине. Пружине, да, это заложено. Некая амортизация заложена для того, чтобы мягче было делать профессиональные трюки. Трюки на самом высоком уровне делать будет мягче. Он невероятный, ты такого никогда не испытаешь. Как-нибудь когда-нибудь это выйдет окончательная версия. Это уже вторая. Будем ждать четвертую, ребята. Йоу!
Чем больше мы проводим времени с этим велосипедом, с проектом Соси, тем меньше нам хочется его ломать, мне, по крайней мере. Как твои вообще ощущения, Тимур? Мои, все отлично. Только он флексит, да? Он флексит и выглядит супер неуверенно. Это, говорит, человек, который катался на велике только на нижней трубе и делал дроп, когда она уже почти отъехала. Да. Вот оттуда, сверху. О, поехали. Погнали. Надо теперь... Это самое? Дропчик. Ниндзя дроп. Или обычный. Но. Ну, ниндзя нафиг, наверное, лучше обычный. Да, дроп мы сможем по дороге, да? Супер. Сказал я, стой на земле. В поисках контента для ТикТока. О, блядь! Здорово, бандиты! Серьезно? А, причем, кстати, лопнута именно труба. Все, пацаны, я... Большое спасибо, Тимур. Я на нормальном, да, начал. Поехал кататься. Конец получился преждевременный. Я честно надеялся, что протянет дольше. Но, видимо, единовременную очень большую нагрузку выдержать не может, и труба просто лопнула. На то она и каленая. Хорошо, что Тимур цел. Никто на этом тесте не пострадал. И нам нужно думать, как усилить проект 5051 под кодовым названием Соси. Пишите ваши идеи в комментариях, как можно его усилить. Возможно, вы подскажете мне, что делать дальше. А для тех, кому интересны велосипеды для реального катания, классные, с термообработанными рулями и вилками, я предлагаю вам уникальное предложение. С промокодом ДЯДЯ скидка 15% на TSB Blink с термообработанным рулем и вилкой на промах полностью хромо. Ссылка в описании.